Как-то меня кто-то просил на пианино поиграть. У меня тут соседка безумная, за стеной очень громко телек смотрит. Раньше она этот телек смотрела до 3 утра, и если, допустим, у тебя мигрени, то и ты от каждого звука вообще в состоянии таком, будто тебя по голове кирпичами бьют. Тут-то было жутко. Сейчас она последний месяц, у нее такой маразм, совсем, видать, плохо ей. И она телек включает днем. Вот сейчас телек очень громко орет. Я подозреваю, что будет даже слышно на фотик. Но я решила все-таки поиграть, потому что я сегодня так была в состоянии таком несколько мертвом. И подошла к пианино и внезапно поиграла. Тема называется Universal, я ее так называла. Номер я не помню, может, 58. Вообще, мне ее преподша по гармонии называла, музыкальной гармонии, колыбельная. На самом деле, тут вообще никаким местом колыбельная не пахнет. Я с ней ездила в 2004 году на конкурс композиторов. Там кучу всяких музыкальных тем отобрали в ней. Ну, в общем, тут много всего. И она 4 года мне переписывалась, дописывалась. И одно время даже Наталья Николаевна сказала, вот здесь переделай. Мне уже настолько так удостало все это делать. Потому что иногда делаешь, переделываешь одно и то же, и вроде все так. Я 2 недели к ней не приходила, ничего не переделала, принесла, все по-старому. Ой, как классно получилось. У меня очень много по ней черновиков, и никак ее не могу собрать. Она есть в электронном варианте, ну, в смысле, записанная, и где-то так кусочком валяется, то ли на архивах Хорд, то ли на Real Music, то ли вообще ВКонтакте. И она пентатоника чисто вот на этих черных клавишах. Ну, я в своем любимом оранжевом халате, от которого у некоторых бугурт идет, поэтому, возможно, вы его увидите. Я не знаю, будет ли видно мою голову, но, скорее всего, тоже будет видно. В общем, приятного просмотра, и, пожалуй, начнем. И, скорее всего, будет тут, возможно... Ну, короче, я буду писать вроде как это, типа такой спонтанное экспромт, видео в смысле экспромт, и уж как получится. Сейчас уж у меня сегодня юбилей канала, надо как-то это... Там я сегодня коммент на мейле сейчас прочитала, еще на сам канал не заходил. Там, кажется, Денис, который не НН, а Б из Нижнего Новгорода, что-то говорил про салют. Я не знаю, как делать салют, поэтому пусть будет музыкальным.